я понял, что вам нравятся эти небольшие короткие зарисовочки отсюда. Поэтому я продолжу свою мысль, с вашего позволения. Вот как я сейчас понимаю вот эту игру? Вот, вообще вот все вот это вот глобально. Проиграли. Как Ельцин даже сказал. Вот именно проиграли. Вот счет уже на табло 8-0. И вот игроки, вот уже, по сути дела, пораженные команды, они понимают, что ну уже тут хоть разбавляй счет, хоть не разбавляй, оно уже ничего не меняет, по сути. И все уже просто ждут 10-0. Я не знаю, это Вальгалла или что это такое. Просто 10-0. Чтобы начать заново. Вот как пел Дмитрий Маликов, с чистого листа. Вот все поняли, что 8-0, ну не вытянуть уже, ну не вытянуть. Пусть уже добьют еще два гола, потом вроде как сначала будем сидеть опять на скамейке запасных, наблюдать. Даже вот именно вот это надо было понять, вот находясь здесь, вот именно вот понимаешь, вот это вот суть игры. Вот суть игры. Вот на самом деле так. Вот кто понял, тот вот поймет. Вот кто не понял, тот, блядь, идиот. Надо ему отписаться и вообще, блядь, сюда больше не заходить. Вот и все. Вот я так считаю. Вот именно вот такая игра. Узкая игра. Настоящая игра. Честная игра. Патриотичная игра. Все, ребята, мысль сказал.